Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангыстауской области рекомендует: не принимайте без рецепта врача противомикробные и гормональные препараты, лекарственные средства, содержащие наркотические и психотропные вещества для лечения сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и других заболеваний. Не забывайте, что самолечение приводит к различным побочным эффектам, устойчивости вирусов и бактерий, лекарственной непереносимости или интоксикации. Не занимайтесь самолечением. При любом недомогании незамедлительно обращайтесь к врачу. Если вы заметили нарушение по выписыванию рецептов, отпуску лекарственных препаратов, звоните по телефону 42 12 97.